каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Торжественная церемония открытия конкурса «Военное ралли» прошла в центре Кызыла. Это место проведения этапа армейских международных игр, в котором соревнуются лучшие водители армейских джипов и грузовиков. На центральной площади жители города поприветствовали участников соревнований из 5 государств – Россия, Китай, Белоруссия, Сербии и Узбекистана. Сводный оркестр исполнил гимны всех стран-участниц военного ралли. После торжественной церемонии открытия у зрителей была возможность пообщаться с участниками. Отметим, первый этап ралли пройдет в понедельник, 5 августа. Как сообщают в оргкомитете, для удобства жителей республики будет организована возможность доехать до места проведения соревнований на автобусе. Рейсы будут организованы от Национального театра с 8 часов утра 5, 7 и 9 августа. Один из этапов соревнований, огневой, который пройдет 8 августа на полигоне мотострелковой горной бригады, будет закрытым. Напомним, первый этап, индивидуальная гонка, прошла сегодня в Тандинском районе в 8 утра. Команды финишировали в местечке Тосбулак. Второй этап, гонка с преследованием, пройдет 7 августа у села Сукпак. Третий огневой этап пройдет на полигоне 55-й отдельной мотострелковой горной бригады. Командная гонка стартует 9 августа в 7 утра у Каахемского угольного разреза на территории Кызыльского района. Последний этап завершится в 12 часов в местечке Тосбулак. В общей сложности участники преодолеют маршрут протяженностью более 440 километров. Как сообщают в Министерстве информатизации и связи, каждый житель и гость республики, сфотографировавший самое креативное селфи за время прохождения финала армейских международных игр «Военное ралли 2019» могут выиграть призы Министерства обороны России. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно разместить фотографию с хэштегом «Военное ралли _ в Туве» на своей странице в социальной сети ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм. Профиль должен быть открытым. В селе Кочетово Тандынского района Министерство юстиции Тувы провело заседание коллегии по подведению итогов деятельности за первое полугодие 2019 года. На коллегии главной темой обсуждения стала концепция государственной политики по повышению правовой культуры в Туве. Члены коллегии рассмотрели дальнейший ход реализации новой программы «Повышение правовой культуры Тувы на 2020-2021 годы». Системность, современность и креативность – такими качествами должна сопровождаться концепция республики. Как отметил министр юстиции Тувы Аяс Оюн, основной упор будет сделан именно на образование и повышение культуры подрастающего поколения, чтобы не было даже мысли приступить к какой-либо закон. Для этих целей будут организованы ряд мероприятий, таких как показ видеофильмов, концертов, спектаклей на тувинском и русском языках, конкурсы и игры для детей. Как считают члены коллегии, воспитание детей должно идти с младенчества. Поэтому программа будет ориентирована больше именно на подрастающее поколение с дошкольного возраста. Для реализации данной концепции будут объединены усилия специалистов всех сфер деятельности. Местом проведения выбран историко-мемориальный комплекс в селе Кочетово, где в завершении встречи членам коллегии заведующая музеем Каракыс Оюн провела экскурсию по памятным местам села. Ведь здесь свершилось историческое событие – принятие первой конституции ТНР. Концепция по повышению правовой культуры Тувы, так же как и первая конституция, должна стать одной из важнейших шагов к дальнейшему развитию и процветанию региона. Жильцы ветких и аварийных многоквартирных домов теперь не должны будут устанавливать у себя дома индивидуальные приборы учета электроэнергии и воды. Закон об этом вступает в силу с 6 августа. Жители всех многоквартирных домов, основные конструктивные элементы которых изношены более чем на 70%, и домов, которые не включены в региональную программу капитального ремонта, освобождаются от установки счетчиков на воду и электричество. Также не нужно будет устанавливать индивидуальные приборы учета энергоресурсов
ресурсов и в домах, которые входят в программу реновации жилищного фонда, и где мероприятия, выполняемые в соответствии с этой программой, должны быть реализованы в течение 3 лет. Аварийное и ветхое жилье – разные понятия. Из аварийного люди расселяются, ветхое жилье ремонтируется. Но пока что весь вопрос упирается в то, за чей счет ремонт. Ветхие дома остались в небогатых муниципалитетах. Там денег хватает только на латание дыр. Власти пока так и не пришли к решению включать такие дома в региональные программы капитального ремонта. Да и критерии изношенности для признания фонда ветхим до сих пор не установлены. Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до 3-летнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Закон разработало правительство. Документом предлагалось изменить критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка. Сейчас право на выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Согласно закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже 2-кратной величины этого показателя. Для них одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей. Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. В настоящее время это 1,5 года, а будет 3. Эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок. В ходе прямой линии Путин отметил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка около 10 тысяч рублей. Кызыльским районным судом вынесен приговор в отношении 42-летнего уроженца села Самогалтай. Судом и следствием установлено, что 15 августа 2017 года, управляя автомобилем Toyota Taunus, двигался по полосе северного направления движения автомобильной дороги Кызыл-Эрзин, госграница с Монголией, и совершил дорожно-транспортное происшествие – опрокидывание автомашины, в результате которого от полученных травм скончалось 2 пассажира, а также причинен тяжкий вред здоровью еще 2 пассажирам. Согласно заключению эксперта, на машине были установлены шины, непригодные к эксплуатации, а также неисправное рулевое управление и тормозная система. В соответствии с правилами дорожного движения, водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние машины. Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы рулевого управления. Тем самым дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в результате грубого нарушения указанных положений водителем, который легкомысленно отнесся к управлению транспортным средством.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Тоджинцы тувинцы приглашают отметить праздник животноводов Наадым-2019 и Международный день коренных народов мира. В местечке Первая Поляна села Торахем Тоджинского района пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню коренных народов мира. Так, 9 августа 2019 года в 9 часов 30 минут праздничные мероприятия откроют парад участников сельских поселений и общин коренных малочисленных народов под эгидой «Человек труда». «Человек дело». Гостей и участников праздничных мероприятий ожидают разные конкурсы. Конкурс традиционных национальных чумов среди общин, сельских поселений и организаций района «Лучший чум». Конкурс на разжигание костра, варки супа «Карамун». Конкурс ярмарка «Дары природы», конкурс конного убранства и на лучший национальный костюм среди животноводов, конкурс декоративно-прикладного искусства, конкурс «Лучшее рыбное блюдо». Гости праздничного торжества смогут посетить выставку-ярмарку местных товаропроизводителей «Наадым-2019», выставку и продажу пятачок, тоджинская уха, тывамун, тувинский чай, выставку трофеев Никитина. Центральным событием празднования станет торжественное открытие рыбного цеха. В программу праздничных мероприятий вошли и спортивные игры с местным колоритом. Это национальная борьба хуреш и стрельба из национального лука. Кроме того, бригады врачей проведут осмотры населения в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья». В рамках мероприятия все желающие смогут принять участие в работе круглого стола. О формах государственной поддержки с участием представителей Министерства труда Республики, Агентства по делам национальности Республики Тыва, администрации Тоджинского района. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Ночью местами от 13 до 18 метров в секунду. Днем местами от 17 до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов, местами плюс 5, плюс 10 градусов. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35, сильная жара, местами плюс 22, плюс 27 градусов. В Кызыле переменная облачность без осадков, возможно гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 32, плюс 34 градуса. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.